Тихон Зятко, головний редактор телеканалу «Дождь», з нами на прямому зв'язку. Тихоне, добрий вечір. Да, добрий вечір. Привітаю вас. Як ви слухаєте, читаєте оці промови, які з кожним днем стають все вигадливі, фантастичнішими? Ну, конечно, все эти 8 месяцев мы все с огромным интересом читаем записи в телеграм-канале Дмитрия Медведева, потому что здесь же, помимо содержания этих записей, обращает на себя внимание и его метаморфозы. Давайте вспомним, кем был Дмитрий Медведев еще не так давно, в 2008 году, когда он стал президентом, 14 лет назад, он был таким, как бы, либералом, человек, который говорил фразы вроде «свобода лучше, чем не свобода». И действительно, в первое время он ввел некую отличную от предыдущих 8 лет Путина политику. И казалось, что в России что-то меняется, и Россия движется в сторону какой-то демократизации. Потом, после того, как он уступил президентское кресло Владимиру Путину, он абсолютно ушел в тень. И вот лишь в последние 8 месяцев, после того, как началось полномасштабное вторжение, он вернулся в публичное поле и с каждым месяцем становится все более, не знаю, какой здесь правильный выбор эпитет. Давайте используем слово «радикаль». Создается ощущение, что это все некая такая игра, это искусственное абсолютно натаскивание себя и превращение себя в того, кем на самом деле Дмитрий Медведев не является. Складывается впечатление, что после того, как российская власть сбросила все покровы и началось это чудовищное вторжение, любой человек из российской верхушки считает, что для того, чтобы удержаться, ему нужно быть еще большим Путиным, чем Путин. И ведь подобным образом себя ведет не только Дмитрий Медведев, а, например, Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы, или господин Турчак, секретарь Генерального Совета правящей партии «Единая Россия», или Рамзан Кадыров. И на самом деле, помимо задачи держаться на плаву, мне кажется, что здесь еще есть задача как бы создавать такую интернет-активность, потому что у Дмитрия Медведева у него много подписчиков. Все, что он пишет, на каком бы уровне бреда это ни было, это обсуждается в российских и международных СМИ. Вот мы с вами сейчас обсуждаем. И потом это все ложится в подборке президенту Путину. И у него складывается, что кругом все поддерживают войну, и что нужно быть еще большими ястребами, чем даже самому Путину хотелось бы. Вот. Мне кажется, здесь просто параллель со всем этим бредом не должно создаваться ощущение, что Медведев является какой-то значительной фигурой в российском руководстве. По моему представлению, мы не знаем, никто не знает, что там на самом деле вверху происходит, но из того, что мне кажется, из моих наблюдений, у меня нет ощущения, что он хоть сколько-нибудь значим. То есть это все такое создание бессмысленных смыслов. Но, тем не менее, если обратить внимание на сам пост Медведева в Телеграм, он фактически написан, чому я говорю російською мовою, якщо ви розумієте українську, це я ще після пана Закаєва не відійшов. Якщо дивитися на сам пост, який написав Медведев в Телеграмі, то він написаний фактично, як методичка. Тобто там спочатку питання, де наші прежні друзі, відповідь, хто воює проти нас, за що ми воюємо, чому ми довго мовчали, в чому наша зброя. Тобто він це фактично мені принаймні схоже на пошук якоїсь ідеології. Тобто в Росії на 8-й місяць війни досі не можуть визначитися з ідеологічним наповненням цієї війни проти України. На вашу думку, чому? Чому Росії так важко пояснити росіянам, за що йдеться війна? Ну, потому что очень, очень нужно объяснить россиянам, зачем ведется эта война, потому что россияне не понимают. Потому что концепция войны менялась на протяжении этих 8 месяцев несколько раз. Вначале, как мы с вами прекрасно помним, это была война с целью денацификации и демилитаризации. И если мы видим, мы, в смысле, российские граждане, если мы видим, что на фоне нашей Российской Федерации вроде как успешные специальные военные операции, а по телевизору говорят, что она успешна, Украина становится все более милитаризована, потому что страны Запада все больше поставляют ей вооружение, значит, что-то
что-то не получается. Потом была целью войны, значит, идея не подпустить НАТО к российским границам в Украине. Но вместо этого НАТО стало ближе к российским границам и на большей протяженности российских границ, благодаря тому, что в НАТО отправили Швецию и Финляндию. После этого, значит, в Украине Российская Федерация боролась с боевыми комарами, атакующими птицами или и биолабораториями и всем прочим. И в конечном счете нужно к чему-то прийти, потому что иначе люди не понимают, зачем им приходят похоронки, они не понимают, зачем их призывают в рамках мобилизации на фронт, если вроде как у нас такая маленькая специальная военная операция где-то далеко. И в конечном счете все пришли к тому, все, я имею в виду и российских пропагандистов, послушайте, что говорит, например, госпожа Симонян в выпусках на российских телеканалах, и Дмитрий Медведев, да и Владимир Путин, пришли к концепции: есть мы, а есть они. Есть мы нормальные, а есть они, у них все неправильно. У них, значит, не мама и папа, у них родитель один, родитель два. Сегодня Путин, выступая, значит, на каком-то мероприятии по случаю Дня народного единства, говорил, что как же так, Бэтмен известен всему миру, а наши богатыри неизвестны. Ну, очевидно, это делается, потому что это дискриминация наших отечественных русских богатырей. Ну, то есть, как бы, есть нормальная цивилизация русская, а есть ненормальная западная. И эта ненормальная западная цивилизация захомутала Украину, нам нужно ее освободить. Другое дело, что это все не очень работает. Это как бы это попытка найти некое, слово оправдание здесь неверное, объяснение своих действий, которое пришло слишком поздно. На 8-й месяц войны, когда все увязли в крови, грязи, значит, похоронках, приходящих трупах и всем прочем, когда вдруг ты скажешь: слушай, старина, там погибли десятки тысяч российских граждан, потому что мы не хотим, чтобы у нас были легализованы однополые браки. Но это какое-то объяснение абсолютно в пользу бедных, это не работает. Но это, несомненно, это то, что сейчас активно используется, и поэтому, например, есть эта агрессивная анти-ЛГБТ-кампания в Российской Федерации с новыми законодательними актами і всім прочим. Тихо, але ви упустили важливу мету цієї спеціальної воєнної праці. Ще ж десатанізація була. Ви щось про неї? Це з нового, це новинка. Це з нового. Да. На самом деле, это вместе, это в той же корзине, где и как бы дегеизация, денормализация и что-то еще. Ну, как бы, вы все чорті хто, ми русські нормальні. От як би ідея в цьому. Але якщо ти починаєш таку війну, тим паче загарбницьку, окупаційну, маніфест твоєї війни, по ідеї, має повміщатися в три речення. Тобто, щоб ти солдата серед ночі розбудив, і він тобі розповів, за що конкретно ти воюєш. Інакше мотивація цього солдата залишає бажати кращого. Як так вийшло, що Путін і росіяни зараз беруть участь у цій війні, але фактично у них немає ідеології? От як склалася така ситуація, на вашу думку? Мені кажется, що це насправді дуже серйозний питання, дуже важливий. Мені кажется, що якби це не звучало смішно, але Владимир Путін став жертвою своєї собственної пропаганди. Тої собственної пропаганди, яку на протяжении 20 з небольшим лет він силами сотрудников своей администрации насаждал на российском телевидении и в прочих средствах массовой информации. И после этого он начал в нее уже верить. Ведь идея о том, что Киев будет взят за несколько дней, она активно муссировалась на российском телевидении, и очевидно, она стала шоком. И очевидно, для российского командования стало шоком, что этого не произошло. Равно как и идея, что в Украине уж на востоке-то точно, но на самом деле и в центральной части страны тоже, да и на западе на самом деле тоже, ждут российские войска с цветами, с распростертыми объятиями. Эта идея тоже активно продвигалась, но, как выяснилось, она абсолютно не соответствовала действительности. Поэтому, будучи обсессивным по поводу Украины, что мы наблюдаем, начиная как минимум с оранжевой революции, и бредя идеей о том, что распад Советского Союза был главнейшей геополитической катастрофой 20 века, значит, нужно это исправить.
Владимир Путин и его подручные, скажем так, дали команду эту идею каким-то образом распространять среди российского населения. Российская пропаганда начала работать. Нужно было за что-то несуществующее ухватываться и создавать некие смыслы. И потом в эти смыслы пришлось поверить самим людям, Кремля. И в итоге теперь стремительно нужно придумывать какие-то объяснения. Но как бы сложно же сказать, друзья, мы просто хотим захватить Украину, потому что мы хотим. Это сложно сказать. И поэтому приходится закрывать средства массовой информации в Российской Федерации. Приходится врать все время и выдумывать какие-то объяснения. Что же касается россиян, то россияне разные. Россиян больше 140 миллионов. И среди тех даже, кто сейчас находится в Украине, действительно огромное большинство тех, кто не понимает, почему они там находятся. Вы прекрасно, лучше меня, наверняка знаете эти перехваты многочисленные, которые публикуют украинские средства массовой информации, перехваты Главного управления разведки. И мы, например, на «Дожде», вот мы в последние дни много делаем сюжетов о мобилизованных, которые были туда отправлены, и которые сейчас, есть много случаев, в частности, под Сватово, в Луганской области, где брошены в лесу несколько сотен человек, которые без оружия, без еды, без воды и без понимания, что они там делают. И они не могут оттуда никак выбраться. Потом вторая, например, история была, значит, другая. Но мы не можем сдать их в полон. Ну, они... Это вопрос не ко мне, это вопрос к ним. Да, я не знаю, может быть, они боятся. Они же тоже, слушайте, они тоже смотрели российский телевидение. И слышали, что бойцы ВСУ едят пленных без специй. Или не знаю, как в эфире российского государственного телевидения. Ну, как бы люди, вот они находятся там, где они находятся. И, например, вторая какая-то группа, которые тоже находились в каком-то лесу, в итоге куда-то вышли, сейчас их собираются судить за дезертирство. Ну, то есть это абсолютно... На самом деле, ведь один из главных пропагандистских, в который, очевидно, поверил Владимир Путин, а вслед за ним и огромная часть страны, я могу сказать, что я был жертвой пропагандистского мифа. Это миф о том, что у Российской Федерации сильная армия. Этот миф себя также абсолютно не подтвердил. Повертаючись до розмови про ідеологію, в пошуках якої ідеологія війни з Україною, в пошуках якої на восьмому місяці війни перебуває Кремль, російські ЗМІ повідомляють, що вплив ідеолога руського міра Олександра Дугіна на Володимира Путіна зріс після смерті його дочки. Зараз Дугін нібито допомагає сформулювати владі російську ідеологію. Про це повідомляє російське видання «Медуза». Відомо, що протягом останніх двох місяців внутрішньополітичний блок адміністрації президента Росії став регулярно запрошувати на бесіди до Кремля ультраконсервативних філософів та істориків. Ну, йдеться, зокрема, про Олександра Дугіна, Олександра Проханова і Вардана Богдасаряна. За інформацією видання, з ними ведуть приватні бесіди та зустрічі саме з ідеологічних питань. Приміром, у чому мета Росії? Вище згадані особи нібито мають допомогти Кремлю намацати якісь контури нової ідеології. Зазначається, що після таких зустрічей складають конкретні тези, які потім у своїх промовах можуть використати російський диктатор Володимир Путін та заступник голови адміністрації президента Російської Федерації Сергій Кириєнко. За попередніми даними, Дугін та Проханов співпрацювали з Кремлем і раніше, але останніми роками ці контакти були нерегулярними. Тихон, то що, от концепція «руського міра», вона вже не працює. Тепер у нас уже один народ. Ось останні всі виступи Путін говорить про якийсь один народ. Ви знаєте, є доволі грубе я не знаю, как сказать, присказка, которую мне не хотелось бы говорить в эфире, но все-таки скажу, в сортах дерьма сложно разбираться. Мне кажется, по большому счету не имеет большого значения. Это концепция русского мира или это концепция одного народа. Например, идею про то, что украинцы и русские – это один народ, Владимир Путин провозглашает не первый год. Все это некие обоснования очень простой идеи, которая заключается в том, что, по мнению нынешнего российского руководства, Украина как государство не существует. А если она существует, то ее не должно существовать. Она должна существовать в рамках государства под названием Российская Федерация. Будет это обосновываться для внутренней и для внешней аудитории идеями русского мира или идеями того, что мы на самом деле один народ.
будет это делаться с помощью Дугина, или с помощью Проханова, или с помощью Глазьева, или с помощью Хазина, или еще кого-то, это не так важно на самом деле. Это можно было оценивать, и это возможно было, или там еще Малафеева, например, это возможно было занятно оценивать до 24 февраля. После 24 февраля это не имеет ровным счетом никакого значения на самом деле. Потому что вся эта риторика, так или иначе, она держится в рамках, ну, в рамках каких-то одних и тех же идеологем. Мы один народ, мы русский мир, нас несправедливо разлучили в 91 году, а еще до этого несправедливо Хрущев подарил Крым Украине. И вообще, значит, мы единственные истинные проводники христианства, а на Западе с христианством творится черт знает что. И сюда возвращаемся на два шага вперед, на два шага назад в нашем разговоре, возвращаем десатанизацию, однополые браки и все на свете. То есть это как бы, это вот этот вот компот, или, я не знаю, бульон, или борщ, в который периодически добавляют новые ингредиенты, а какие-то вынимают, а потом снова добавляют. И вот мы как бы на все это смотрим и думаем, так, теперь он слушает не Дугина, а слушает Проханова, наверное. Е, это означает то-то и то-то. На самом деле это ничего не означает, потому что все, что в реальности происходит, и опять же, вы это знаете не хуже меня, происходит сейчас на фронтах. А чем это идеологически подкрепляется, это едва ли важно. Ну, я і без Дугіна можу сказати, що підказати мету Росії – це розвалитися просто, залишити в спокої, принаймні, Україну. Щодо тези про один народ – це теж достатньо дивна теза, тому що один народ з ким? З якимось іншим народом? Дивно її використовувати, робити вигляд, що це теж проканає, на думку Володимира Путіна. І щодо, знову ж таки, ну, завершуючи цей блок, тому що чому от саме зараз Кремлю знадобилося так глибоко копати в ідеологію? Чому саме зараз бачимо спроби створити щось зрозуміле для росіян в контексті обґрунтування цієї війни? Якісь проблеми розпочинаються серйозні? Чи в чому виникла необхідність, по-вашому? Ну, мені кажется, що то, що починаються серйозні проблеми, це доволі очевидно. І в самому яркому моментом в этой очевидности было 21 сентября, когда была объявлена так называемая частичная мобилизация. Потому что ведь на протяжении долгого времени между государством и населением Российской Федерации был заключен негласный, назовем его, социальный контракт. Суть этого социального контракта заключалась в следующем. Мы вас не трогаем. Более того, вы видите, что выросли цены на нефть, и жизнь стала более тучной. Вы можете купить себе автомобили, вы можете ездить в отпуск и вообще неплохо живете. Мы вас не трогаем, а вы не лезете в политику. Тем более мы вам рассказываем через экраны телевизора, что политика – дело грязное, все врут, все не так однозначно и так далее. И когда 24 февраля началась война, началось полномасштабное вторжение, то не случайно его называли специальной военной операцией, потому что это преподносилось как нечто небольшое где-то там далеко. Вас это по-прежнему не касается, мы вас не трогаем. И вот 21 сентября, когда была объявлена мобилизация, этот контракт был нарушен, потому что как бы власть до этого говорила, мы вас не трогаем, а тут власть пришла и начала трогать. И сама принесла эту войну в дома людей, которым раньше она говорила, ребят, войны никакой нет, есть специальная военная операция. И поэтому мы видим, например, это по нашей аудитории, по аудитории телеканала «Дождь», что к нам стали приходить другие люди, люди, которые раньше нас не смотрели, потому что они стали интересоваться тем, что происходит. И интересуясь тем, что происходит, они стали узнавать многое об этом. Но помимо мобилизации, все же идет совсем не гладко. Все идет совсем не так, как предполагалось. Еще весной должен был пройти, очевидно, 9 мая парад Победы. Владимир Путин был бы счастлив принимать на Крещатике, а не на Красной площади. Кроме того, есть очевидные проблемы с экономикой. Санкции, пусть и медленно, но работают. Есть огромное количество людей, которые уехали из страны. Есть общая атмосфера страха. В Москве, там и в других больших городах
все время звучит слово «бомбоубежище». Люди в тревоге. Им нужно попытаться объяснить, почему это все происходит. Это происходит, потому что идет война с сатаной, там, я не знаю, со всемирным злом, с чем угодно еще. Но повторюсь, по моему глубокому убеждению, это уже не работает, потому что момент упущен. Нужно, ну, как бы, надо сперва идеологически обрабатывать население, а потом начинать историю, ради которой ты обрабатывал. А когда ты начал историю, а потом стремительно, меняя на ходу значит, карты, ты пытаешься объяснить, что сначала это одно, а потом другое, а потом вообще мы боремся с сатаной, вот оно в чем дело, то это едва ли сработает. Але з одного боку в Росії є невдоволені, і які не розуміють за вашим твердженням, чому йде війна з Україною. А з іншого боку, є мобілізовані в Росії, яких десятки, сотні тисяч, які все одно, попри відсутність навіть не те, що там ідеології, добре, це вже такий більш серйозний рівень, навіть мети цієї війни, ну, тобто, що ви хочете у підсумку зробити? Формально вона не визначена. Тобто, на сьогодні в Росії немає на державному рівні розуміння, чого ви хочете від України. Ніхто про це не говорить. То Донецьк, то Луганськ, то звільнити всю Україну, то денацифікація, то демілітаризація і так далі. І навіть не маючи, так би мовити, базових якихось вводних російською мовою, ввідних в цю тему, росіяни все одно їдуть на війну. От все одно вони йдуть в воєнкомати, беруть зброю і їдуть вбивати інших людей. Чому? Ну, здесь, смотрите, сегодня Путин сказал, что мобилизовано, если я не ошибаюсь, 318 тысяч человек. По тем данным, которые мы получали, значит, по тем данным, которые мы получали, уехало из России около миллиона человек. Это значит из-за мобилизации. И это важные цифры, разные, да, те, кто пошел и те, кто не пошел. Это во-первых. Во-вторых, из тех же разговоров с родственниками мобилизованных, из перехватов разговоров мобилизованных, мы видим, что абсолютное большинство этих людей, оно не понимает, зачем они там. На ваш справедливый вопрос, зачем они тогда едут, и будет примерно миллион ответов. Кто-то едет ради денег. Ему вообще все равно. Убивать, не убивать, в Украину, не в Украину. Такие люди, несомненно, тоже есть. Есть плохие люди. Кто-то едет, потому что он, значит, движим неким абсурдным представлением о долге. Я же не могу отказать родине, когда меня призывают. Причем зачастую такие люди говорят, я против войны. Я считаю, что эта война неправильна. Но если родина призвала, что я буду бегать? Я что, трус, что ли? Это абсурдно, на мой взгляд, но подобное объяснение тоже существует. Кто-то говорит, ну я поеду, потому что мне осталось? Я не хочу сесть. Хотя, на самом деле, и мы об этом во многих эфирах, и другие средства массовой информации, и российские правозащитники много говорили, что отказ от этой мобилизации, он не уголовно наказан, вы даже не сядете. Но даже если вы сядете, это будет лучше, чем если вы кого-то убьете или вас убьют. Но, тем не менее, такие люди тоже есть. Если вы думаете, что среди этих 300 тысяч людей много идеологически на что-то заточенных, я абсолютно убежден, что это не так. Хорошо ли это? Нет, не хорошо. Но, к сожалению, ладно, есть как есть. Дякуємо, Тихоне. Тихон Зятко, головний редактор телеканалу «Дощ», був спасибо з нами. Вам.